На портале «Активный ростовчанин» стартовало голосование на тему возвращения торговых павильонов в подземные переходы города. Опрос разместило Управление торговли и бытового обслуживания администрации Ростова-на-Дону. Жители Донской столицы должны выбрать один из шести вариантов ответов. Первый подразумевает полное отсутствие в подземных переходах объектов торговли. Остальные перекликаются друг с другом. К примеру, можно провести ремонт или реставрацию мозаичных панно для их сохранения, как объектов культурного наследия регионального значения, или разместить в подземных переходах стенды, посвященные знаменитым ростовчанам. Голосование продлится до середины июля.